Вот это вот написано «Опасность». Опасная фигурка. На самом деле, на таком большом подиуме, типа коллекционная. Это из серии Assassin's Creed. Кредо Ассасина. Так, собственно, здесь большой подиум. Крутилочка сразу ставим ее внутрь, что просто выдавливаем. Так, по поводу фигурки. Фигурка, ну, неплохо так прокрашена. Вот он бородатый. Точно. На заднем принты, по бокам рисунка нет. Так, собственно, здесь у него арбалет. Ставится, значит, вот так, вот эту часть сюда. Нажимаем, и тут будет ставиться пулька. Вот эта пулька, с которого, в принципе, нажимаешь, и идет выстрел из арбалета. Так, вот эти пульки можно поставить сюда, как будто они будут запасные. Так, дальше. Руки. Теперь одеваем. Руки полностью идут белые. Опа. Что здесь у нас еще? Одна рука почему-то черная, непонятно. Ну ладно. Сабля, меч. Это как раз капюшон ассасина. Что у нас здесь? Можно одеть вот так вот. Ну, чисто просто нейтрально будет ассасин. А, ну и другого лица нет. Можно такого без лица сделать. Ну, это на вкус и цвет. Дальше это, получается, здесь одевается прорезиненная такая... как он, держатель для шпаги. Вот он как раз идет на рисунке. И здесь вот на плечо вот так одевается. Так, потом, собственно, наверное, мы одеваем ему руки. Ставим. Поскольку он это будет отсюда так вытаскивать сюда. Ставим здесь ему саблю. В руку ставим ему нож, допустим. Либо саблю можно, наверное, даже убрать. Потому что он ее будет типа вытаскивать. Вот так вот сделать сбоку. Пусть висит. Да, здесь у него будет нож в руке. Вот. А в другой руке будет у него арбалет, из которого он будет, в принципе, стрелять. Так, вот такой вот у нас опасный товарищ заряженный. Здесь сверху надо еще одеть ему плащик. Ну, это получается интересная вообще фигурка. Плащ сложно одевать, потому что мешает кобура для... Для этой. Слушай, сейчас мы скинем немножко вот сюда на плечо. Оп. Одеваем плащ. Одеваем голову. О, все. Плащ одет. Так, сверху капюшон. И ставим его на подиум. Вот. Получается такой вот он. Может крутиться здесь. Плащ. Сабля. Вот плащ никак здесь не убирается. Ну, можно чуть-чуть загнуть его вот так, пусть на ветру. Хотя лучше, наверное, просто нейтрально сделать. Ну, вот такой вот. И здесь вот нажимаешь. Сюда. И вылетает пулька. Вот. Ну, и вот эти две части тоже можно поставить как дополнительные пульки. Вот. Либо просто так, как декор, как камушки.